Дорогие друзья, компания в спорте РУ и Северная Лига ЛФЛ рада приветствовать вас на первой прямой трансляции зимнего этапа чемпионатов высшего, первого и иных дивизионов Северной Лиги. Начинаем мы сегодняшний день прямых трансляций с матча первого дивизиона, в котором будут сражаться застрявшие в середине таблицы Трувор и Гепардс. Впрочем, ситуация такова, что за несколько туров до окончания первой половины турнира у Гепардс есть отличная возможность полноценно включиться в борьбу за верхние места турнирной таблицы. У команды очень хороший календарь на заключительные три тура до перерыва, до зимнего перерыва, который с прошлого сезона у нас стал вот таким вот достаточно интересным решением. Зимой, в январе, вот уже второй год, насколько я понимаю, не будут проводиться матчи регулярного чемпионата северных лиг, но будет разыграно... Зимний кубок, в котором все желающие могут принимать участие. Но сейчас, безусловно, все наше внимание мы отдаем сражению первого дивизиона Трувор Гепардс. Номинальные хозяева поля сегодня являются Варяги. И еще раз хочу я поблагодарить Тренерский штаб команды за то, что пошли мне в том числе, на встречу и на этот поединок, заранее подготовившись, отдельно номинально гостевой комплект формы, чтобы мы с вами, дорогие друзья, могли различать футболистов. И у Гепардс, и у Трувора номинально домашняя форма красных цветов. И согласно регламенту первой лиги не обязаны номинальные гости одевать второй комплект формы. Могут просто примерить комплект манишек, что, конечно же, для прямого эфира было бы не так красиво. Начнем знакомиться со стартовыми составами играющих команд, тем более, что главный арбитр встречи Максим Каплин уже дал свисток, возвещающий о старте этого поединка. По традиции начинаю я с состава номинальных гостей. Футбольный клуб «Гепардс» красно-черные цвета выступают подопечные Дмитрия Гитбендера сегодня в следующем сочетании. Дмитрий Филимонов в воротах в ротарской амуниции без номера. Дмитрий Гитбендер, 14-й капитан команды в центре обороны. Справа в линии защиты будет действовать Константин Тосаков. у него номер 26-й. Слева Павел Чекмаев, 90-й. Денис Михедов, 7-й в полузащите в центре ее расположился. Валерий Короленко, 34-й. Справа слева Ярослав Гнатюк, 15-й на острие атаки Илья Станиславский номер 21, вернувшийся буквально накануне из аренды э, в МЗКП, провел там достаточно длительный период Станиславский, но э, так и не сумел окончательно превратиться в игрока стартовой обоймы. Какие-то матчи проводил э, достаточно стабильно, в каких-то играх вообще практически не получал полноценного игрового времени. И вот по прошествии первой половины сегодняшнего чемпионата решил вернуться в свою родную команду, где его, конечно же, с большим удовольствием приютили. Что касается Трувора, то здесь сегодня в воротах у варягов Алексей Лавлинский, Сергей Котов, капитан и один из руководителей команды приболел и на сегодняшнюю игру приехать не сумел. Насколько я понимаю, не сумели и другие заявленные вратари на матч добраться. Именно поэтому лучший бомбардир Трувера Алексей Лавлинский сегодня защищает ворота Варягов. Что интересно, это его не первое появление в первом дивизионе в вратарской амуниции. В прошлом году, если мне не изменяет моя память, Лавринский уже защищал ворота Варягов и сделал это просто великолепно. По-моему, даже на ноль отыграл в той встрече. Сейчас не буду врать и фактами сыпать. Тем более, что к такой ситуации, честно признаюсь, я не был готов. Ожидал я увидеть, конечно же, в деле Сергея Котова. Но вот судьба распорядилась иначе. В центре обороны Евгений Нечапаренко, девятый номер, второй бомбардир команды, но здесь, конечно же, стоит отметить великолепные гренадерские качества центрального защитника Трувера. Что интересно, Дмитрий Гитбендер, его визави, его коллега по амплуа, также является мастером игры на втором этаже. Также он достаточно много забивает, в том числе и в нынешнем сезоне. И, безусловно, за действиями этих двух центральных дефенсоров на стандартах будет понаблюдать одно удовольствие. Слева в обороне Дмитрий Козлов. У него номер третий. Справа Андрей Копытов пятый. Даниил Кошелев десятый в центре. Полузащита расположился. Помогать ему в созидании будут Андрей Шумский 20 и Сергей Грибан 23 третий. На острие атаки Генри Тиков у него номер 21 один. По два футболиста есть на скамейке запасных у одной и у другой команды. Номинально сейчас я вот я смотрю на скамеечку гепардов. Там располагается лишь Демид Сычев. Андрей Канищев опаздывает к началу поединка. Что интересно, опаздывал и Ярослав Гнатюк. И поэтому до последнего момента тренерский штаб гепардов не мог определиться, кто же именно слева в полузащите начнет. Но вот Гнатюк успел первым. И таким образом, Получается, себе место в основе э, заработал. Ваш комментатор на сегодняшнюю игру Никита Лаврентьев. Команды я вам уже представил. Главного рефери также 5 минут уже позади. Трувер успел создать неплохой момент. Помните, когда один из прорывов завершился ударом в ближнюю стойку ворот Дмитрия Филимонова. Попытались и э, Гепарды дальними ударами проверить в деле Алексея Лавлинского, но тому полноценно так в игру пока вступать не приходилось. Вот сейчас спокойно забирает он мяч в свои руки. Не знаю, в курсе ли сами футболисты Гепарца, что Алексей Лавлинский является номинальным полевым футболистом. Знаю только, что они были в курсе того, что Сергей Котов на сегодняшний матч не приехал, даже проверяли эту информацию по официальному протоколу встречи. Ну вот Алексей Лавлинский, как показывает опыт, способен сыграть не только на острие атаки, где, обладая великолепными скоростными качествами, он терзает обороны соперников, но может вот перевоплотиться и в голкипера, по крайней мере, на 60 минут игрового времени матча. Безусловно, сегодняшним фаворитом являются Гепардс. И дело здесь не только в отсутствии номинального вратаря, но и в турнирном расположении команд. Гепарды располагались до начала этого игрового кента на седьмом месте таблицы. К моменту официального старта этого поединка опустились они на восьмую строчку. Прямо перед этим противостоянием здесь на Флотской состоялся матч Ансара и... А к слову, Ансар также приехал на игру без вратаря и, ожидаемо, в сложившихся обстоятельствах не сумел зацепиться за очки с командой Дениса Рустана. Проиграл крупно. Трувор располагается аккурат посередине турнирной таблицы на 11 месте с 20 очками. Но вот победа в сегодняшнем противостоянии, которая может быть подкреплена и следующими успехами в оставшихся а, турах, вполне может позволить а, Трувору реально включиться, так же как и Гепардса, в сражение за повышение в классе. В прошлом году, к слову, когда ближе к, к концу чемпионата уже многие команды откровенно а, бросили сражаться за а, турнирные позиции, вот Трувор имел хороший шанс в эту самую борьбу включиться, но важнейшие матчи против фаворитов провел не лучшим образом и в итоге завершил чемпионат там, где его завершил. А Гепардса, что интересно, несколько лет назад претендовали на повышение в классе, но остановились в шаге от э, зоны стыков. А вот в прошлом году, в прошлом году до последнего э, сражались напротив, чтобы этих самых стыков избежать, но уже это были сражения за сохранение прописки. И здесь большое спасибо подопечные Дмитрия Гитбендера, должны сказать заявившемуся Лацо, который, напомню, скинул в эту зону стыков войку КЛВ, обыграв ее в очном споре. Постепенно начинает вырисовываться территориальное небольшое преимущество гепардса, но все это может быть действительно очень обманчиво. Потому что. Как раз-таки красно-черные очень любят играть вторым номером. И сейчас, посмотрев э, в деле на Трувера, вполне возможно и какие-то тактические э, нюансы перестроятся. Вот э, гепардс действительно очень классно играют э, против команд э, верхней половины таблицы, когда можно отойти в оборонку, можно э, построить игру на контратаках и достаточно много команд э, пострадали от такой схемы игры красно-черных. За примерами далеко ходить не нужно. В прошлом туре Тандер, который проигрывал только Аэрофлоту и Смене, лидирующим в турнирной таблице, вот оступился неожиданно в игре с Гепардс. Хотя, как тут еще посмотреть, неожиданно для кого-то это, может быть, было и ожидаемо. У нас тем временем первые замены произошли. Насколько я понимаю, вот светловолосый хавбек на ближник нам бровки. Это Андрей Канищев. Прошу прощения, Канищев, конечно же. У него 89-й номер. По летнему еще одет этот футболист. Видимо, собирается своими быстрыми перемещениями по бровке компенсировать нехватку тепла. Ну а на стрие атаки вместо Ильи Станиславского появился Демид Сычев. Этот футболист является лучшим галеодором. Гепардц, и на самом деле в какой-то степени мне даже было неожиданно, увидев в старте вернувшегося в команду Станиславского, а не Димина Сычева. Вот сейчас Сычев своей активностью зарабатывает штрафное на очень удобной позиции для правоногого футболиста. Как жаль, конечно, что Алексей Штерн сейчас не может из-за очередной своей травмы помочь партнерам и выйти исполнить этот стандарт. Но есть и другие футболисты, которые непременно постараются... Забитие, и вот без свиска, без свиска разыгрывают красно-черные, и счет у нас в сегодняшнем матче открыт на 11-й минуте, и я думаю, я думаю, вы уже догадались, кто именно стал автором гола. Это как раз-таки вернувшийся в команду Илья Станиславский, увидел он, что Алексей Лавлинский принялся устанавливать стенку, не дождавшись сигнала от арбитра и аккуратненько в дальнюю девятку отправил снаряд. 1-0. Гепард забивает первый гол и его автором становится Илья Станиславский. Важнейшее получается таким образом возвращение для команды, ну и для него лично безусловно тоже. Вот теперь-то Гепардс абсолютно точно может спокойно перейти на игру вторым номером. Возможно, я и забегаю вперед и окажусь не совсем правым. Но Трувору то теперь однозначно нужно идти вперед большими силами. Следовательно, зон для контратак появится больше. Хотя, конечно же, и в позиционном наступлении отлаженные командные механизмы красно-черных вполне Могут дать о себе знать. Нарушение правила грубовато. Генри Тиков воткнулся сзади в Константина Тосакова. Но, к счастью, серьезного повреждения защитник не получил. Тем более, что в заявке у гепардов на сегодняшний матч больше нет игроков оборонительного плана. Следовательно в случае травмы придется на ущерб атакующим действиям делать перестановки. Но вот, повторюсь, к счастью, Тасаков лишь болезненный ушиб получил. Ну и сразу же еще одно единоборство этих двух футболистов. Вновь из, его, из него победителем выходит Константин Тасаков, выбивший мяч в аут и не позволив завладеть Тикову мячом, пока как-то слишком прямолинейно пытается атаковать э, Трувор но не будем забывать что у нас э, по-настоящему первый зимний уикенд э, к счастью поле пока еще не замерзло э, но достаточно мокро и э, может мяч проскользить так неприятно для защищающейся стороны э, что вратарю конечно же только усложнит ситуацию но пока вот не вижу я, чтобы, например, футболисты скользили на поле и вообще за сегодняшний игровой день подобного не наблюдал. Все-таки плюсовая температура, которая сегодня у нас в Москве, в субботу, позволяет проводить матчи еще в достаточно комфортных условиях. Вот вчера в пятничных противостояниях второго и третьих дивизионов сами футболисты жаловались на качество газона, но оно и неудивительно. удивительно. Вчера весь день в Москве шел снегопад. Без нарушения правил отбирают мяч гепарды. Попытался Станиславский черпачком найти впереди Демида Сычева. Михедов. Перевод мяч направо. Тосаков неплохо комбинирует красно-черные. Канищев подлево убирает, и переводит снаряд на противоположную бровку. Насколько я понимаю, эта передача была адресована Денису Мехедову. Но все-таки чуть-чуть не точно она получилась. И Михедов за мяч не зацепился. Но достаточно быстро. Гепардс хотел, я сказать, возвращает себе мяч, но. Пока только отбиваются красно-черные. Но, повторюсь, как-то слишком прямолинейно на первых минутах, а уже на самом деле в первую половину первого тайма атакуют варяги. И пока никаких проблем голкиперу номинальных гостей Дмитрию Филимонову они не доставили. Разве что вот тот эпизод в начале поединка, завершившийся ударом в штангу. Разряжает э, обстановку на своей половине поля, появившийся в одной из пауз Петр Тельнов. Выбил мяч за пределы поля. Чекмаев. Далеко в штрафную бросает, но неудачно, прямо точно в грудь сопернику. Приходится сразу же вступать в отбор красно-черным, чтобы, по крайней мере, остановить наступление соперника. Копытов возобновляет игру из-за боковой. Предстоит ему еще раз повторить эту процедуру. Высокий прессинг гепардов очень часто дает плоды, внуждая постоянно под давлением действовать оппонента. Но зачастую, в том числе и большой заявкой. Красно-черные берут свое. Мало того, что буквально каждый футболист в составе гепардов словно шестереночка в отлаженном механизме действует и знают, куда бежать, куда открываться, под какую передачу надо сделать определенное движение, так еще и взаимозаменяемые футболисты. Вот долгое время казалось, что Алексей Штерн незаменим в составе гепардов, но череда травм, замучившая просто буквально креативного форварда, показала, что и без него команда достаточно уверенно может проводить встречи и Брать очки, Порой даже иногда мне кажется, что с появлением Штерна на поле команда как-то становится зацикленной на действиях своего 21-го номера, и это порой может идти и во вред ей. Гидпендерн не самым лучшим образом играет вблизи своей штрафной, но доборолся до конца. И в итоге от ноги соперника мяч предела поля покинул. Но а Трувор, к слову, надо отметить, в двух последних матчах чемпионата добился а, побед. А, обыграл а, в и войку КЛВ, а, располагающихся либо по соседству, либо значительно ниже команды Сергея Котова в таблице. А, но вот а, до этого была крайне неприятная неудача в игре против Марвела. Казалось, что не должны Варяги испытать никаких сложностей с волшебниками, но те э, достаточно хорошо усилились в последнее ноябрьское трансферное окно. И сейчас выглядят в разы лучше в сравнении с самим собой, образца начала сезона или же концовки прошлого чемпионата, когда они только заявились в высший дивизион. Тогда, конечно, команда Дмитрия Захарова выглядела ну, буквально просто. Уж простите мне такое грубое сравнение мальчиками для битья. Сейчас Marvel показывает хорошую игру, заряженность на борьбу. Впрочем, вот именно этого компонента Marvel было не занимать даже в не самые удачные матчи. Но сейчас добавились еще несколько интересных исполнителей, которые готовы приносить результат. Набирает скорость Саков, пытается убежать от Генри Тикова. пас в центр неплохо и разряжает обстановку собственной штрафной Дмитрий Козлов, выпивая мяч из-под ноги у соперника. И сразу же замену просят э, третий номер Трувора Возможно, небольшое повреждение получил, тянувшись за этим снарядом. Замена также и у Трувора произошла, но так как уже все футболисты заявленные на матч в составе одной и другой команды появились. Наверное, лишний раз акцентировать внимание на перестановках в составах мы с вами не будем. Благо, что все игроки могут меняться туда-сюда. Обратные замены, напомню, в ЛФЛ не запрещены, а потому... В случае необходимости можно, обладая лишь одним игроком замены, проводить по 5, по 6, по 7 даже перестановок за матч. Выходит из ворот Алексей Лавлинский и героически прыгает навстречу мячу, зарабатывая таким образом штрафной. Хотел бы я, конечно, сравнить с галкипером Зенита сейчас Лавлинского. Ну, естественно, не желая никакой травмы. Сегодняшнему галкиперу э, Трувера. Вот действительно, по самоотверженности сейчас сыграл Лавлинский очень здорово. Возможно, вратарской техники непосредственно ему и будет сегодня не хватать, ввиду того, что попросту он является футболистом иного амплуа. Но вот этот момент продемонстрировал, что ни себя, ни соперников, играя в воротах, он щадить не будет. Вообще, на самом деле, это очень интересная ситуация, ведь у Трувера с недавнего времени есть дубль, дубль, который э, успешно идет в третьей лиге, на первой строчке дивизиона 3D располагается, и там есть тоже очень хороший вратарь. Вчера, к слову, дубль Трувера сыграл в ничью 3-3 с ЦФК. Но вот по каким-то причинам, не удалось мне сегодня это уточнить, не сумел он приехать на игру и помочь своей команде. Наверное, это было бы отличное продолжение карьеры для него. Ну а сейчас Лавринский вручает свою команду. Справился он с ударом. Метров так с 11 с 12. Затем еще и не позволил состояться добиванию. Оказалось, что сейчас второй гол гепардов в сегодняшнем матче может состояться. Может состояться, и конечно же, и не позволил этому случиться голкипер бело-красных. Но гепардс продолжает атаковать в надежде увеличить преимущество. Подача от углового флажка. Но не перелетает она даже стоящего на углу вратарской Андрея Шумского. Придется повторить данную процедуру. Еще раз выполнить подачу с углового. Навес. И здесь пролетает Дмитрий Гитбендер в единоборстве с соперником. Передача шла в несколько иную точку. Разыгрывают э, тру, раз за разом удары. Отворот э, не вынося мяч вперед, а пытаются именно комбинировать за счет коротких передач выбираться из обороны в атаку. Э, конечно же, длинные забросы в адрес. Тикова все-таки присутствуют в игре бело-красных, но они не являются вот таким вот обязательным элементом каждой атаки. Тем более, обладая в составе такими любителями классных передач, каким, например, является тот же Андрей Шумский, наверное, глупо рассчитывать непосредственно на только выносы. Ну а тем временем Гепардса второй гол забивает как-то слишком просто. Красно-черные Прорвались к воротам Алексея Лавлинского и Демид Сычев становится автором второго гола на 24-й минуте встречи. Увеличивают гепардс перевес. Ну, в целом, наверное, все-таки стоит согласиться, что все закономерно по сегодняшнему матчу. Но в любом случае не все потеряно. Стандарты, например, могут помочь Троувору перевернуть ситуацию на поле. Вот уже и Евгений Нечапаренко пошел в атаку на постоянной основе. Роль центра сейчас исполняет Евгений. А это означает только одно, что количество забросов штрафного ну, вот сейчас-то как раз-таки и должно увеличиться. Гитбендер выигрывает сражение гренадеров в этом эпизоде. Но атака продолжается и хороший прострел с правого фланга. Вот только никто на эту передачу из партнеров в бело-красной форме не откликнулся и мяч ушел в аут. Пять минут у нас до перерыва. 2-0. Гепард впереди благодаря голам Ильи Станиславского и Демида Сычева. Сейчас неудачно Сычев сыграл при приеме мяча. Позволил снаряду стукнуться о газон. И тот, о чем я вам и говорил, проскользил у него под ногой. Еще одна длинная передача. На этот раз в исполнении Сергея Грибана. аут. И заброс вперед на Евгения Чепаренко, Естественно, опекает его Дмитрий Гитбендер. Не тот, ни другой до мяча не добрались, зато добрался голкипер. Гепардов Дмитрий Филимонов. Короленко на вес штрафную. Играет на выходе Лавлинский. Мехедов пытался здесь головой пробить после того, как вратарь сыграл на выходе. Но не позволил ему этого сделать соперник. Только удар от ворот. В этом эпизоде гепардом рассчитывать больше не на что. Вот после второго гола абсолютно точно перевес переходит постепенно под контроль футболистов в бело-красной форме. Варяги, понятное дело, мириться с поражением не собираются, но по-прежнему никакой такой особенной остроты у ворота Филимонова мы не видим. А вот атаки гепардов выглядят очень интересными, очень острыми. И сейчас на ударной позиции оказался Демид Сычев. Пробил в одно касание. По замыслу делал все правильно, но в створ не попал. Михедов не удалось переиграть Мехедову Тельнова. Но мяч остается у красно-черных. Постепенно буквально всей команды перебираются они на чужую половину поля. На своей остается только Дмитрий Гетбендер, охраняющий Нечипаренко. Но теперь, когда мяч был потерян, вот о чем я вам говорил, словно Отлаженный механизм. Красно-черные перестраиваются на защитную модель. Чапаренко. Скидка. Здесь вновь первыми на подборе оказываются оборонцы гепардов. А именно Константин Тосаков. Кошелев. Неплохо. Рибан и... Уходит мяч за пределы поля. Быстро Грибан возобновляет игру. Но защитники, наверное, гостей вновь с этим навалом справляются. Элементами Трувор очень неплохо комбинирует. Но вот этим всем коротким перепасовкам не хватает какой-то логичной завершенности. Что ли последнего паса, так называемого, все это происходит в районе центрального круга или на своей половине поля. Откуда, конечно же, угрожать воротам Филимона очень проблематично. Вот до центра поля вообще без каких-либо проблем доходит Бело-красные Заброс в штрафную. Это Евгений Кечин попытался найти впереди Нечапаренко или кого-то из его партнеров. В атаке уже гепард Станиславский. Короленко можно пробовать бить, а он находит лучшее продолжение атаки. Удар Михедова. И здесь Лавлинский намертво мяч забирает. И сразу же начинает атаку своей команды. Неудачной передачей буквально а, придумывает ответа на свои ворота. И вновь в таком кошачьем прыжке. Мяч фиксирует. И вновь неудачно его воет в игру. Словно дежавю какое-то. Станиславский ах, завозил с мячом и позволил сопернику мяч отобрать. А сразу же вступает в отбор. А, серия потерь подряд буквально на коротком промежутке времени на ограниченном участке поля. А, Завершается все это выносом Гитбендера на чужую половину. Вновь гидбендер первым на мяче. Достаточно сумбурная у нас игра в концовке первого тайма. Меньше 30 секунд остается у нас до завершения первой половины. Достаточно быстро у нас а, пролетел первый тайм. Не знаю, как вам, дорогие друзья. Мне, если честно, очень игра понравилась. Здесь Лавринский ошибается в простейшей ситуации. Теряя мяч, а, убивая его в аут. Разыгрывая отворота. Возможно, это последняя атака у нас первой половины. И действительно, сразу после того, как мяч оказался чуть подальше от а, владений трувера, звучит. Завершился перерыв в матче 16-го тура 1-го дивизиона, в котором отношения выясняют Тровер и Гепардс. После стартовых 30 минут игры впереди подопечные Дмитрия Гетбендера благодаря голам. Ильи Станиславского и Демида Сычева. 2-0. Абсолютно закономерный перевес красно-черных. Трувор с кадровыми трудностями на сегодняшнюю встречу приехал. Главный из которых является в отсутствии номинального галкипера у команды Алексей Лавлинский. Защищал ворота варягов в первом тайме. Вот сейчас ä, пытаюсь я разглядеть. А, По-моему, замена вратаря произошла. Сейчас ä, при случае крупным планом попытаемся мы взять голкипера варягов, чтобы подтвердить или развеять мои умозаключения. Ну и действительно необходимо что-то менять команде, необходимо делать какие-то перестановки. Без Алексея Лавлинского впереди очень сложно. Евгений Нищепарен, конечно, борется, старается, пытается скинуть мяч партнерам, но все это происходит как-то слишком обособлено от действий остальных футболистов в бело-красной форме и в итоге все скидки оказываются совершенно ненужными. Но вот теперь Гепард еще и в контратаку устремляется, но прерывается она с виском главного арбитра действительно там рукой себе подыграл Станиславский. Это было отчетливо видно всем нам и главному арбитру встречи в том числе. А это ответ Трувара. Чепаренко играет направо. Удар. Рикошет. Мяч заметался по штрафной. И в итоге остался у гепардов. Ну и насколько я понимаю, вместо Алексея Лавринского в воротах во втором тайме играет Андрей Шумский. Если вдруг я ошибся, дорогие друзья, прошу меня простить. Никто о такой замене меня не предупредил. Оно и понятно, вряд ли на такое развитие событий полагались бело-красные. Ну а Лавлинский таким образом в поле играет, причем не на позиции а форварда, а располагаясь э, чуть пониже Евгения Нечапаренко. Знаете, вот если Нечапаренко можно в такой ситуации сравнить со столбом, в понятное дело, в футбольном смысле этого слова, то э, подобная позиция Лавлинского под ним э, в, э, в надежде на скидку, в надежде на то, что именно он первым окажется на подборе, это вполне себе разумное решение. Хотя по эпизоду понятное дело, Лавлинский может выдвигаться и выше. Например, в случае, когда контур атаку организуют бело-красные. Но пока больше позиционно атакуют варяги. Понятное дело, что введя в счете 2-0, Гепардс рассчитывает сам ловить соперника на контр-выпадах. Тем более, что уже даже во втором тайме одна такая возможность была, но тогда Станиславский себе рукой подыграл. Сейчас с мячом Станиславский. Не удалось организовать атаку красно-черным. На грани фола здесь. На ближней к нам бровке развивалась. Опасно шел Трувер в отбор. Но все-таки вынудил в конечном счете ошибиться Станиславского. Неугомонного. И тот, переводя мяч на противоположный фланг, Отправил мяч в аут. От Лавлинского покинул мяч предел поля, по мнению главного арбитра встречи. В борьбе с Тосаковым там, пытался выцарапать мяч Алексей. Но спорить с рефери, понятное дело, смысла нет никакого, абсолютно. Все это может привести максимум к желтой карточке. Не более того. Борьба у нас за инициативу. В начале второй половины проходит вновь э, достаточно резво. Начинает красно-черная. Этот отрезок, И вот еще один момент. Хороший шанс был у Станиславского сделать дубль, но выручает свою команду. Андрей Шумский. А затем на добивание оказался еще один футболист. К сожалению, видимо, кто-то, к сожалению для меня, понятное дело, кто-то еще из гепардов, опаздывавших к началу матча, подъехал на стадион, потому что у меня в заявке всего два футболиста на скамейке отмечено. Ну, либо же что-то с игровым номером игрока произошло. Потому как идентифицировать его достаточно проблематично, такой уже да, достаточно не целом В формате что ли, он на спине у одного из гепардов располагается. Очередное нарушение правил, вновь его на себе заработал Константин Тосаков. Канищев. Не удалось ему проткнуть мяч мимо соперника. Ну а это фирменный прорыв Алексея Лавлинского. Подобрал мяч. Попытался на скорости обойти сразу нескольких оппонентов. Помню, в прошлом году, а может быть даже уже и два сезона назад, тут Суть дела это не меняет. В зимний период футбола, вот как раз-таки на той же дальней бровке, где чаще всего вода и скапливается, потому как поле специально сделано в таком покатом формате, Лавлинский, набирая скорость, набирая ход подскользнулся, выполнил такое эффектное сальто, пытаясь устоять э, на ногах, упал э, и так э, словно в небеса вскинул руки и закричал, да здесь даже Месси ногу сломает, но на то это и футбол формата 8 на 8, здесь иной раз э, другие качества более важны и э, ими прекрасно пользуются Гепардс и Денис Михедов сделает счет 3-0 в быстрой атаке, доведя Дело до логичного завершения. 38 минута, счет становится у нас крупным. И как бы мне не хотелось э, этого говорить, но похоже, что интрига в этом противостоянии окончательно умирает. Понятное дело, что в ЛФЛ случается всякое, а матч э, плей-офф Еврокубков Гефест-ЦДК уже даже становится таким именем нарицательным, что ли. Но на поток такие спасения поставить, конечно же, это невозможно. Тем не менее, еще 20 минут с небольшим предстоит командам провести на поле. Масса времени для того, чтобы порадовать зрителей различными голами. В атаке Гепард Станиславский. Один в один остается оппонентом. Убирает мяч под правую ногу бьет и мимо цели проходит мяч. Не сумел докрутить снаряд в дальний от вратаря угол. Так-то все дело, конечно, правильно, Станиславский. Канишев. Открывается здесь слева вновь Станиславский. Канишев стягивает на себя сразу двух игроков обороны. И лишь затем отдает передачу. Канишев раскачивает Копытова. Передача! И бьет с левой ноги 89-й номер гепардов. Зарабатывает Канишев угловой. От левой боровки его выполнит, конечно же, Станиславский. И идет штрафной Дмитрий Гетбендер. Туда же возвращается Евгений Чапаренко. Господи, какой же действительно большой Евгений Нечапаренко. Вот э, Гитбендер-то обладает отличными антропометрическими данными. Но вот э, Нечапаренко еще больше него. Здесь, конечно же, неудивительно, что раз за разом Евгений становится спасителем Трувора, забивая голы после того, как ходит в чужую штрафную на стандарты. Но сейчас э, он бы, конечно, помог бы его в обороне, потому что все чаще и чаще бело-красный. Проваливаются в защитных построениях, позволяя контратаки проводить гепардом. И если так пойдет дело и дальше, не удивлюсь, если уже и до разгрома дело дойдет. Вот еще один провал и чистый выход один на один. Спокойно ждет Станиславский. Какое же решение будет принимать его визави? Тот пятился, пятился на линию и Станиславский без каких-либо проблем покатил мяч в угол. 4-0. 41 минута. Гепардс планомерно выполняет задачу, поставленную перед ними на эту встречу. И теперь уже, наверное, абсолютно точно можно констатировать факт, что Гепардс в этом туре очков не потеряет. Конечно, играть еще Достаточно много времени. Но, наверное. Нужно сейчас подумать о разнице из забитых и пропущенных мячах. Потому что она всего плюс 9 у гепардс, И это не самый лучший результат в верхней половине таблицы. Здесь, конечно же, особняком стоит Аэрофлот, с его плюс 44. У остальных результаты поскромнее. Что еще раз лишний говорит о плотности, которая у нас есть в первой лиге. Смена всего плюс 20, но она провела меньше игр, чем конкуренты. Ну а дальше уже плюс 12 всего у Тандера, плюс 8, например, у Прайда, который будет сразу после окончания этого поединка выяснять отношения с Марвелом. Гепардс таким образом даже, например, по голам располагается выше четвертого места в таблице, но очень много и пропускает, конечно же, красно-черные. Например, для сравнения, до начала этого поединка даже Трувер пропустил меньше 29, чем Гипарсу, у которого было в пассиве 30 пропущенных мячей. Но в это же самое время э, Трувер несколько матчей подряд э, со счетом 0-1 проиграл э, и посему очков-то за такие поражения не получала, а, например, Гепард напротив любит играть с таким вот более разнообразным голевым счетом. Например, 3-4 проиграли сменам Гепарды, 3-1 выиграли у Тандера, о чем я говорю. 4-2 у Бурана, и, например, 3-4 проиграли Ансару. К слову, там также с крупным перевесом вели Гепарды, но в итоге не сумели удержать а, даже такое преимущество относительно команды Сайфудина Рамазанова. Но сейчас несколько иная ситуация. Уверен, после той встречи правильные выводы наставники кошек сделали. Лавлинский завозился с мячом, неудивительно, что его в итоге потеряло, но здесь изначально был обречен на неудачу в этом прорыве Илья Станиславский. Тяжело там было придумать одному что-то в окружении сразу четверых оппонентов. Протащил мяч как можно дальше по бровке и в итоге уже там его у чужой штрафной выпустил. Но даже в такой ситуации не стали красно-черные накрывать оппонента. И позволили ему вновь где-то до центра дойти. И уже затем в отбор начали вступать. Чечина из-за боковой Вводят мяч. Кечин идет вперед. Копытов накрывают его соперники. Тиков. Серия единоборств и выигрывают, выгрызают буквально мяч красно-черный. Канищев, ах, неудачно мяч обработал. Не удалось сразу же вывести на удар Станиславского. Трувор не бросает играть в обороне, хотя, конечно же, все мысли белокрасных сейчас направлены исключительно на противоположную половину поля. Тиков уходит от Станиславского сразу же на подстраховке нового футболиста вырастает и длинный перевод Кошевлева вперед, но здесь Гидбендер выигрывает, снимает мяч сверху, более того, еще и мяч остается за красно-черными, здорово здесь сыграл Константин Тосаков. А знаете, несмотря на то, что Гепарды ведут 4-0 вот, по моему скромному мнению, лучшие игроки сегодняшней встречи это Константин Тасаков и Дмитрий Гитбендер. Причем пока я еще не определился, кто из них отыграл лучше. Но оба защитника сегодня, конечно же, очень здорово вблизи собственных владений действуют. И обладая такой обороной, фороды гепардов могут сосредоточиться на своих прямых обязанностях. Главное, на ноль Оставшееся время отыграть. Все уже меньше полутайма осталось. Сделать подарок и своему вратарю Дмитрию Филимонову. Ну и для себя, конечно же, в копилочку. Непропущенный гол добавить. Сычев. Неудачная передача. Небольшой. Недопонимание возникло между футболистами. Ну а здесь резервный арбитр подсказывает Максиму Каплину, что упустил Генри Тиков мяч за боковую. Гейпарц возвращает себе контроль над ситуацией. Гипбендер скидывает мяч чуть левее. Но вот неугомонный Лавлинский свою работу знает и поднагружает, поднагружает раз за разом Павла Чекмаева. пускает мяч Сычев. Но здесь выходит из ворот Андрей Шумский. Не стал брать мяч в руки. Будто забыв, что он имеет такую привилегию на второй тайм сегодняшнего противостояния. И сыграл ногами как защитник. Хорошо, что ничем серьезным это для его команды не обернулось. Ну а уход Евгений Нечапаренко на 48-й минуте встречи, наверное, это Подписание акта капитуляции. Не хочу применять такой грубый достаточно термин, но похоже, что смирились Белокрасные с поражением сегодня. Еще и ошибаются на своей половине непозволительно. Не удалось Сычеву стартовать с места успешно, чтобы убежать один на один. Но момент, конечно же, сами себе придумали неприятники Белокрасные. Еще одна потеря. Михедов. Чуть сильная передача. Не было бы так скользковато. Возможно, и добрался бы Слачев до мяча. Но здесь первым на снаряде оказался номинальный галкипер Трубора. Конечно, пытается здесь отобрать мяч на чужой половине поля. И в конце концов Удается ему мяч выбить из-под ноги у Андрея Копытова, но только в аут. разряжает обстановку. Не стал ничего выдумывать защитник красно-черных. Грибаны. Идет вперед. Хоть совсем уж. Без передачу выполнил. Никто его не встречал. Можно было спокойно и получше ассистировать партнеру. Так же, как сейчас, и Сычеву. Разбилась у нас игра на отрезке. Гепардс успокоился, заполучив комфортное преимущество. Трувер пытается, но не может. И все это, конечно же, вот, приводит вот к такому зрелищу. Здесь достаточно жесткий стык. Досталось по ногам Андрею Копытову. Надеюсь, что без травмы все обойдется. Ну, Копытов вообще боец. Каких еще поискать стоит? Понятное дело, что только в случае травмы, которая не позволит ему продолжить матч, он предела поля покинет. Ну и элементы фэрплей. Возвращает мяч варяги своему сопернику. Гидбендер. И вновь э, небольшая неточность. Сначала в передаче, затем в действиях атакующего футболиста. Все это приводит к очередной потере мяча. 49-я минута встречи у нас тем временем уже завершилась. Заключительная 10-минутка. Начала свой отсчет. Тиков играет направо. Сюда уже не стал подключаться Андрей Копытов. Силы защитников тоже не безграничны. Тем более, что еще нужно затем отрабатывать назад в оборону. Козлов. Далеко от себя мяч отпустил и подарил его буквально... Короленко убирает мяч под себя, Валерий в центр, Мехедов удара, но это схемички для, даже для номинального только голкипера, которым является Андрей Шумский. Рассчитывать на то, что ты забьешь таким ударом, но ну это, наверное, слишком самонадеянно. Здесь у Лавлинского мяч из-под ноги выбивает, будет угловой. Подача. И Филимонов вступает в игру, напоминая о том, что и он в сегодняшнем матче не замерз. Тикав убирает мяч под правую. Но бить ему не позволяют соперники, в том числе и Илья Станиславский, прессингующий оппонента до его половины поля. Шумский переводит мяч налево. Атака теперь. Этим флангом попробует развиться у бело-красных. Вторая попытка, но здесь опасная игра или же игра лежа. Данил Кошелев грузит мяч в штрафную, но мяч из нее защитники Гиппарца выбивают достаточно уверенно. попробует загрузить туда и за боковой Дмитрий Козлов. Но и этот стандарт никаких дивидендов бело-красным не приносит. Еще один жесткий стык. На этот раз Валерий Короленко. На полном ходу влетел в оппонента. Вновь с примерно той же позиции попробует Кошелев загрузить мяч штрафную. На этот раз получается посильнее, но вновь не в ту точку, точно в руки галкипера. Тиков. Здорово здесь сыграл на перехвате. Не позволил еще одной контратаке состояться. Копытов. Тиков. Играет налево. И дальний удар, рикошет, еще один и угловой будет. Последний мяч Павел Чекмаев коснулся. Ну а от правой бровки там Петр, Петр Тельнов выполнил подачу. Ну и вновь на выходе играет Филимонов. Уверенно сразу же бросает мяч Станиславскому. Тот обыгрывает Копытового. И хорошую передачу направо отдает Короленко. Здесь в центре один Сычев. Затянул с передача Короленко. Но атака продолжилась и завершилась голом. 5-0. Доводит разрыв до технического Гепард. Нужно было завершать эту атаку голом чуть быстрее. Но победителей, что называется, не судят. Свои задачи сполна справляются красно-черные. И по итогам этого противостояния не только возвращаются на седьмую позицию в таблице, но и опережают Буран, пока тот свой матч чемпионата против Аэрофлота не сыграл. И здесь, конечно же, гепарды будут болеть, несомненно, за лидера первого дивизиона. И более того, Гепард сравнивается по очкам с Прайдом и Кристаллом. Что интересно, Гепард уже провел матч и с тем, и с другим оппонентом. Уступили Львам и победили у Кристалла. Таким образом, у Прайда преимущество по личным встречам относительно Обеих команд. А вот э, Гепард э, в режиме лайфа располагается на пятом месте турнирной таблицы. Но пятью голами, может быть, и не останется доволен. Тем более еще один момент упускают красно-черные. Извиняется Валерий Короленко перед Ильей Станиславским, что вовремя пас не отдал. Еще один стандарт. Низом пытаются разыграть красно-черные ненацеленный получилась передача, ну а теперь Лавлинский здорово здесь на индивидуальном мастерстве прорывает с квартом соперника, входит в штрафную передача, еще одна попытка, будет удар Кошелева, ох какой неточный выстрел, но виной тому рикошет от ноги защитника заблокировали удар Даниила. Вот сгенерировал момент для своей команды Алексей Лавлинский. Попытка дальнего удара от Тельнова. Мяч проходит выше створа. Ну, почти без работы сегодня простоял Дмитрий Филимонов. В нужные моменты свою команду выручил. Пару раз классно сыграл на выходе. Предотвратив, даже не позволив таким образом создать опасную ситуацию у своих ворот, но в целом защита поработала здорово. Действительно, от своих слов я не отказываюсь. Как и атакующий футболист, который достаточное количество потенциальных моментов упустили, но все-таки пять раз ä, огорчили соперника и отправили его к центру поля. Неславский ошибается в передаче. Но быстро себе мяч возвращает команда Дмитрия Гитбендера. Там Михедов на перехвате сыграл. Ну и совсем немного у нас времени остается до окончания этого поединка. Напомню, что в следующем туре Тровер в субботу 9 декабря в 12.00 сразится с Ювеналом, который замыкает турнирную таблицу первого дивизиона, но является единственным коллективом лиги, э, сумевшим обыграть аэрофлот лидирующего в чемпионате. А Гепард в тот же день, в субботу, 9 декабря, в 9.40 утра сразится с Фортуной и попробует еще больше приблизиться к заветной зоне стыков. Ну а сейчас Канищев имел возможность пополнить свой баланс забитых мячей, но чуть-чуть не хватило ему прыжка, чтобы до этой верховой передачи зацепиться. Тиков убегает от Чекмаева. Здорово прокинул себе мяч на ход. И вот Филимонов сейчас спасает свою команду. Опять-таки ничего экстраординарного ему делать не пришлось. Но все по-вратарски здорово сделал голкипер. И сохранил пока нолик напротив названия команды его соперника. подача. Очень сильная. Мяч перелетает через всю штрафную площадь. И уходит на удар от ворот. Последняя минута встречи уже тем временем начала свой отсчет. Не думаю я, что главный арбитр встречи хоть что-то командам компенсирует. Оно и не нужно. Исход поединка уже предрешен. Но он ясен. Остается лишь одна интрига, сумеет ли Гепард сыграть на ноль, или же, если развернуть ее в другое русло, сумеет ли мяч престижа забить Трувор. Канищев грузит мяч вперед, а зачем было здесь фалить? По-хорошему, этот эпизод мог бы и завершиться красной карточкой. Но опять-таки, не стал форсировать события арбитр, понимая, что это уже скорее просто эмоции и никакого влияния на ход встречи удаления не окажет. Ну, возможно, и по каким-то еще иным причинам. Не стал капленно выносить предупреждение или же удаление сопернику. Основное время матча У нас уже и стекло. Возможно, да и, наверное, последний стандарт в сегодняшнем матче. Станиславский удар. Мяч блокируется защитниками. Добивание. И на этом все, дорогие друзья. 5-0. Гепардс выигрывает у Трувера в матче 16-го тура 1-го дивизиона. На этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Для вас сегодняшний... Эфир провел Никита Лаврентьев. Надеюсь, не помешал вам наслаждаться футболом первой лиги. Встретимся на полях Северной лиги, друзья, и до свидания.